Очень легко и быстро готовится, скажи. Ну, конечно, сейчас она пока свежая. Аньохасио, Сагуанэк Чобобу, Джей, Настя, 입니다. 예! 김치가 다 떨어져서 또 오늘 김치를 하는데 영상을 한번 찍어볼 겸 이렇게 카메라를 켰습니다. 그래서 마트 가서 이제 배추도 사오고 뭐 무하고 뭐 대파하고 당연히 김치를 하니까 김치에다가 보쌈을 먹으려고 저희가 이거 고기도 이렇게 사왔습니다. Мы часто едим кимчи. Понятно, что Джей кореец, поэтому он всегда просит кимчи. И раньше, когда я не умела готовить, мне казалось, что это очень сложно, поэтому мы заказывали в магазине. Но постоянно заказывать это очень дорого получается. Кимчи на самом деле совсем не дешевое, поэтому я нашла рецепты в интернете. И оказалось, что в целом есть такое кимчи, которое называется мак-кимчи. А, это мак, ну да. Ну и для одного человека, и для такого маленького холодильника, как сейчас у нас есть, такой кимчи как раз очень хорошо подходит. Оно и вкусное, и достаточно легко его готовить. Хотя, конечно, кимчи-чиге из него не такое, как без кимчи мы не можем жить. Поэтому мы нашли для себя вариант готовить вот так вот его дома. Конечно, вы посмотрите, как я готовлю это кимчи, и наверняка у вас будет очень много возмущений. Делаешь это не так, ты делаешь что не так, это неправильно, должно быть так. Поэтому пишите свои замечания, чтобы вы еще бы могли бы нам предложить, чтобы мне добавить, чтобы улучшить этот вкус. Но, в принципе, вот так как мы готовим, нам подходит. 예, 저는 이제 여기서 사 먹고도 막 해보니까 나스타 김치를 만드는 게 훨씬 더 맛있더라고요. 나스타 김치 잘해요. 김장하는 영상도 몇 번 찍었었고 포기 김치 완전히 진짜 전통 김치 하는 방식으로 해서 그렇게 두 번 정도 배우고 또 집에서 몇 번 그렇게 하다가 막김치를 배우게 됐고 그렇게 막김치를 벌써 몇 번 하셨나요? 나스 제스틴다? 예, 그렇게 많이 하다 보니까 이제 확실히 어느 정도 확실히 잘해요. 그래서 어, 맛있습니다. 굉장히 김치가. 김치 담으려고 특별히 주문을 했습니다. 그래서 여기다 김치를 하려고 합니다. На самом деле в России, как оказалось, есть такие же сайты, как Купан, типа такого, и там продают корейские контейнеры для кимчи, квадратные именно для кимчи. Но они безумно дорогие, то есть они стоят по 3000, 2500, 3000, то есть такого же объема на 10 литров. А вот эта бочка, она для русских солений, вот, тоже с прессом, в принципе, то же самое, хороший материал, но она круглая, правда, бочка. Вот, она стоила 930 рублей, она идет с прессом, то есть, вот, ты надавливаешь, получается пресс. И я решила вот купить. Ну что? Пойдем готовить. 그래서 무엇부터 해야 합니까, 나스테님? Да. У меня есть вот три такие красивые кочана. Вот, но я их уже помыла. Я их использовать не буду. Я сейчас сниму верхний слой. Вот. И потом порежу напополам и ну, частями, так как уже будет готовое кимчи. Я ее промыла холодной водой, и теперь нужно засыпать ее солью и так оставить на полтора часа, иногда перемешивая. Много соли? Ну, соли, да, в принципе, можно не жалеть, потому что потом мы все равно будем ее смывать. Очень-очень нежно надо перемешивать, чтобы не порвать наши кимчи. А 여기서 무가 요만한 거밖에 안 팔아서 물을 이렇게 샀고 물을 예, 껍질을 까고 있습니다. 껍질 까서 나스테를 좀 도와주고 있습니다. 당근 껍질도 까라고 하네요. Так, пока Джей там чистит дайкон, я беру рисовую муку и воду. 2 столовые ложки рисовой муки. И заливаю водой. Ставлю на огонь, можно сразу большой. И надо постоянно-постоянно мешать. Иначе рисовая мука начнет прилипать. Когда она станет густой, я потом еще добавлю сахар. Пузырьки, видишь, идут. Надо добавлять сахар. Вот
Смотрите, какое оно. Какое густое. Оставить остывать, потому что в кимчи мы не можем добавить горячее, оно должно быть холодным. И пока в это время мы с вами будем делать пасту, заправку для кимчи. И не забываем переворачивать нашу капусту, которая стоит, солится. Ну, она, смотри, уже как уменьшилась. Чуть-чуть уменьшается. Тут здесь пыль, да? Спустилась. Представляешь? Сок отдает уже. Без воды, только с солью, да? Вот так. Да. Каждые сколько минут надо перемешивать? Каждые 30 минут. И три раза перемешивать еще, да? Полтора часа получается. Теперь мы будем делать заправку. Для этого нам нужно будет добавить много чеснока. Надо будет полстакана чеснока, такая вот луковица, имбирь, и полстакана я буду добавлять рыбного соуса. Мельчи. Вот, это все мы взбиваем. Раньше у меня не было блендера, и поэтому я терла лук на терке. Это было ужасно! Прям много надо. Чеснок. Думаю, еще чеснока надо. Еще больше. Много чеснока. Там прям много надо, да. И настяга там тажа가지고 넣은 거 이렇게 얹어 놓은 거. Ну, это я почему-то подумала, что все вместится, сделала очень толсто. Надо было на два пакета, чтобы был тоненький. А вот так очень неудобно. Не, омук 같죠, омук. Да. Это очень полезное. Имбирь, лук, чеснок. Да, конечно. Так кимчи же очень полезное. Да. Оно даже в мире признано одним из самых полезных продуктов в мире. Кимчи. Знаешь что? Давай понюхаем. Вкусно пахнет. Очень вкусно. Теперь нам нужно сделать соус. Вот в то, что мы с вами тут намесили, сделали, наблендерили, нам нужно добавить кочукару. У нас кочукару прямо из Кореи. На самом деле здесь, конечно, в России тоже есть кочукару, но в основном только китайская, то есть корейского здесь вообще не найти. Вот, поэтому мама Джея передала нам именно из Кореи, потому что то, которое здесь китайское, оно все равно отличается по вкусу. Ну, по вкусу, по аромату не то. Вот. И вот мама Джей передала нам вот такое вот кочукару. Джей сказал, что нужно смешать напополам. Потому что здесь крупнее, а здесь потоньше еще. Как раз смешивать будет вкусно. Я его хранила, берегла, и сначала мы закончили китайское. Вот, и это еще ни разу не использовали, потому что это очень драгоценная, очень ценная кочукару. Будет вкусно. Да, в этот раз правда вкусный кимчи будет. Это острее будет. Интересно, вот мы смешиваем полстакана. Один стакан нужно, да? Да. Полстакана такого. А, он сейчас слюни текут. Почему как именно кочукару увидел? Потекли слюни. Вот. Мы берем то, что мы вот здесь вот наблендерили. Выливаем сюда. Вау, чесноком пахнет. Да. Чеснок, имбирь, да. Лук. Очень вкусно пахнет. Да. Туда кочукару. Угу. Яблоко тоже добавим в кусок. Да. Блендер вместо. Было бы хорошо. В следующий раз так сделаем. Ты прав. Смешиваем. Теперь. Попробуем. Ни в коем случае. Почему? А потом я... Его через него можно. Знаешь, как надо пробовать? А? Вот. Добавить овощи. Туда. И потом попробовать. А здесь овощи. О, у меня сопли. Вот такой лук. Морковь. Дайкон. И лук-порей. Все, добавляем. Вообще-то без перчатки можно. Да, и потом будет. Комментарий?
мои все комментарии. Вообще-то кимчи, это говорят, что тонмат. Никто не перемешивает? Вкус руки. Кимчи — это вкус руки вообще-то. Меня в комментариях убьют. Ну и на самом деле самому неприятно. Вообще-то. Тебе приятно, да? Твоя рука, и ты вкусно. Хочешь? Оближи. Острый, да? Ой, да, у меня аж слезы начинают течь. Вау, это все лук, кочукару, все вот эти вот смеси, чеснок. Вообще-то это, если китайское, не столько острое было, по запаху. Запах другой. Да, другой запах. О, очень вкусно, смени. Ну что, будешь дайкончик? Да. Сейчас. Nope. А, милый, что? Прости, мы же забыли самое главное, рисовую фиговинку. А-а-а. Мы очень протупили, потому что когда снимаешь видео, mm-hmm. очень много мыслей в голове, надо все запомнить. Mm-hmm. Очень стыдно, простите, у нас она остыла, уже холодная. Mm-hmm. Я так воду оставляла, теперь точно мешает. Пирам хочу, да? Попозже. Вообще не остро. Вообще вкусно, да? Mm. Чувствуется, да? Да? Отличается. А вот когда проглатываешь, острота начинает поступать. Mm. Вот, кстати, да, китайская, она как бы резкая, резко начинает острота, да? А здесь у корейского кочукуру более сложный вкус. Короче, берешь сначала, не сразу острота наступает. Давай, мне тоже давай. Мы сейчас все съедим так! Теперь мы обязательно промываем нашу капусту от соли. Промыть ее нужно очень хорошо, минимум 3 раза. И 이렇게 김치가 완성이 되고 있습니다. И это все, да? Да. Очень легко и быстро готовится, скажи. Угу. Ну, конечно, сейчас оно пока свежее. Завтра, послезавтра, каждый день будет становиться лучше и лучше, и каждый день будет меняться вкус у него. Думаю, мой собойный. Не так, как в Корее, конечно, но неплохо. А, нет. Ой. Ой, какое острое, вау! Вот это вот кочукару прям. О! Очень вкусно, да. Отлично. Теперь ждем боссам и будем есть кимчи, рис, боссам. Мы поставим боссам. Вот, здесь у нас мясо, свиная грудинка, потом лук большой, чеснок, имбирь. Чеснока очень много. Тэнджан кладу, пасту. Ну и тот самый секретный ингредиент. Вообще, по идее, очень вкусно с ароматом фундука. Я знаю, но я кладу просто обычный такой. Вот так. Да. Теперь нужно залить это водой, так чтобы оно покрыло мясо классно. Ага. И поставить вариться. Настя, да? Кига макиге, боссам도 이렇게. Чай мандумнида. Ну, боссам как-то не слишком не разварилось, нежный получился, но... Ну, мне нравится нежный тоже. О, 그리고 김치도 예, 이렇게 만들었습니다. Вау. Еще кимчи надо. Обалденно. Это волшебно! Ничего, вы что? Иди, ты богиня. Очень нежное мясо. Очень вкусно. Нежное мясо и такое кимчи, такая остринка. И не слишком сладкое, да? Мой машинный. Иди, богиня. Настя, я думаю, как... Ва, очень вкусно. 얼마 전에 그리고 제가 남편이 사랑받는 방법을 봤는데 어떤 방법? 어떤 방법? 어떤 방법? 방법? 꼬실 꼬실 까이 줄 알았지 꼬실 못 닦아요
변했어. 응? 변해요. 변해요? 응, 진짜 변해요. 그래? 아, 정말 맛있는 보쌈과 김치. 부드 없나? 네? 첫째적으로 김치가 너무 맛있고 그리고 이제 김치를 나스타가 완전 잘한다. 진짜 잘한다. 감사합니다. 그리고 고맙습니다. 보쌈은 예전부터 잘했는데 와 점점 업그레이드가 되는 것 같아. 맞아. 아 진짜? 어 점점 맛있어. 왜 그거 그래요? 모르겠어. 보쌈 너무 맛있어. 보쌈 너무 맛있고 김치 너무 맛있고. 네. 와. 이게 사랑하게 만들어서 그래요. 사랑으로 만들어서 그래요? 사랑으로 만들어서 그래요. 그래 더 맛있구나. 네. 김치 많이 넣어야 돼요. 네, 김치 이렇게 많이 올려서 먹어. 네. 어머, 속으로 김치 올려. 와, 진짜. 된장 덕분에 고소한 맛이야. 나스타가 생강도 넣고 커피도 넣고 막 이렇게 많이 넣어서 돼지 잡내가 하나도 없어. 아 정말 맞아요. 진짜 정말 맛있어. 맞아요. 이게 진짜 무서웠어요. 응? 제가 무서웠어요. 돼지 냄새 있으면 아 못 먹어요. 여기서 진짜 돼지 냄새가 하나도 없게 정말 맛있게 잘했습니다. 칭찬합니다. 자, 그래서 우리가 맛있게 먹어야 돼요. 지금 어떻게 더 맛있게 만들 수 있어요? 댓글 많이 해주세요. 그래서 이제 맛있게 먹어야 되니까 오늘 연습을 이야기해서 끝.